Мне же хочется, чтобы тут был Юра-Юра. Э, Юра, Юрочка, Юрандос, цени себя. А что ты делаешь для того, чтобы лучше понимать результат своих действий? А я умею сидеть, зараза, и ощущать, что я вот прям сейчас счастлив. Я всем советую облажаться. Жизнь как приключение? А, я вышел на сцену и забыл каждую гребаную запятую. То есть твой щит и меч одновременно? У тебя очень серьезные проблемы. Если для тебя пойти поесть в KFC, это праздник. Я ходил по городу и искал разбитое сердце. Она говорит: Андрюха, да ну пожалуйста. Да, скажи, yeah. такой дрочный голос. Так... Oh, а -а -а, yeah. Yeah. Да. Мне так нравится твой голос. Андрей. Yeah. Yeah. Здравствуй, Юрий. Если честно, я всю, всю жизнь <с». стеснялся своего тембра, потому что он козлячий такой, чуть-чуть такой. А мне кажется, что у, у тебя классный голос, как раз ради на телевизионный. Спасибо. Отличный голос. Я всегда радуюсь, когда мне это говорят, но такой второй. Тяжело поверить. Хорошее начало. Как зазвучало это? Happy New Year. Итак, в какие игры ты играл в детстве? Что, мы уже начали? В «Прихисторик» я играл у мамы на работе, она главный бухгалтер э, одни институции, и я прям приходил к ней, в ее, она работает, там 7, 6, я приходил, компьютер стоит, думаю, блин, «Прихисторик», mm -hmm. «Прихисторик», дискету вставил и пошел. Вот, а я, сколько тебе лет? Мне 35 сегодня. Да, ладно, еще дискеты ты застал Застал. А сегодня, подожди Сейчас, а. сегодня These days I'm 35 А тебе? 37 То есть ты застал точно истории. Я создавал его практически Во что ты любил играть? У меня есть странные, странные воспоминания о том, что я играл во всякие примитивные игры 89-го, 90-го, 91-го годов, вот при историке, там, Wind Commander, не знаю, что это такое, а потом и думал, что это вершина развития, а это уже конец 90-х. Потом мне попался в руки журнал «Компьютерные игры и мультимедиа», приложение к мой компьютер, по-моему, что-то такое. Uh -huh. И там внезапно описывали совсем другие игры масштабные какие-то, ну, Doom, условно, там, Warcraft 2 и все такое. Не два пикселя бьют третий пиксель, а что-то прям уже такое внушительное. И для меня открылся этот мир, и я такой хочу контупер помощнее, хочу все игры. Да. И мать однажды принесла с работы, а у нее там были программисты какие-то, три дискеты, на которых были записаны файлы, и я помню, как я обомлел. Это одно из самых сильных, наверное, эмоций в моей жизни, потому что файлы назывались Doom... .arc, архив, в котором зашифрован, ну, игра Doom великая, о которой я читал и в которой мечтал поиграть. И я установил ее себе, и она не пошла. Не хватило мощности компьютера? Не хватило. У меня был 286-й. А, нужно было 386 Intel Celeron. Это еще до, это IBM. IBM. Я помню, как мы сражались за то, чтобы мегагерц было побольше наших целлированных. Mm -hmm. 120 там каких-то, твою мать, ого. Слушай, игры вообще какую-то часть жизни мою составляют. я так часто стыдился этого. Как-то мама с папой не, не сильно радовались, когда я играл во что-то. Что даже сегодня я иногда, знаешь, как жена заходит домой, и я автоматически выключаю э, PlayStation. Она говорит, Андрюха, да пожалуйста, mm -hmm. а у меня осталось то есть, с того времени легкая стыдливость. У тебя есть это переживание? Э, нет, потому что для себя... Ну, то есть, я, во-первых, я не играю, а, во-вторых, к сожалению. А, во-вторых, это же просто формат развлечения. Ну, то есть, нельзя же стыдиться того, что ты ходишь в кино, например, или что ты читаешь книжку. Игры — это точно такой же формат развлечений. На, на что похожи твои развлечения? Ты много развлекаешься и развлекаешь? А, как, как бы ты их охарактеризовал? Может быть, даже назвал? Мне как раз в сторис недавно писали, что моя жизнь выглядит как сплошное развлечение, потому что я то выпиваю, то на концерте каком-то, то путешествую. Но в целом я во многих соцсетях подписан как один из самых счастливых людей в окрестностях, на планете и в окрестностях. И это действительно так, потому что мне очень нравится моя жизнь. Не то чтобы она безоблачная и прям... Только хорошее, но у меня прекрасные друзья, у меня интересные э, работы и проекты. И развлекаюсь я э, тем, что путешествую, выпиваю и общаюсь. Mm -hmm. Ну вот, например, на днях э, мне всплыло уведомление в телефоне что можно купить стейки по какой-то скидке э, из Харькова. Я подумал, что это великолепная возможность. Мне прислали новой почты эти стейки. Мы с моим лучшим другом уселись у него в, во дворике его ресторана, как бы поставили маленький мангал и пожарили мясо в сугробе фактически. И это было настоящее приключение, потому что, черт возьми, идет снег, минус 12, а мы такие жарим мясо на маленьком гриле, похожем на летающую тарелку. Жизнь как приключение. Я думаю, что на самом деле у всех, у любого, у каждого чертового человека жизнь — это приключение, просто не все это осознают. И я очень рад, что однажды я выработал в себе умение быть счастливым, потому что это, ну, это ремесло. Вот смотри, сейчас 30 декабря. Да, мы записываемся 30 декабря. Мы записываемся 30 декабря. Не знаю, можно ли было это. Можно, говорить. конечно. Вот, э, скоро Новый год. Не то чтобы я фанат этого праздника и натужного веселья, но тем не менее впереди каникулы, скажем так. Э, я сижу с приятным человеком, потому что ты, Андрей, приятный человек. Мы пьем вино. Кстати, что ты принес нам? Я принес то, что было по скидке в Мегамаркете. Пиногриджа по скидке. Я доверяю да названию Пиногриджа, потому что я ни разу не пил плохое Пиногриджа по-настоящему. И в целом я люблю белое вино, поэтому вот. А, да, в общем, я сейчас абсолютно счастлив, потому что я в хорошем месте, меня никто не бьет, у меня впереди каникулы, я болтаю с приятными людьми, пью вино. Почему? Вот, вот где здесь? Чего здесь не хватает для счастья? А, люди зачастую вспоминают о том, что они были счастливы уже в будущем. Вот типа я тогда сидел на пляже mm -hmm. с любимым человеком, вот я был счастлив. А я умею сидеть, зараза, и ощущать, что я вот прям сейчас счастлив. А ты помнишь, чего тебе стоило научиться так делать? Uh, у меня часто бывает в жизни, что вот осознание внезапно приходит в один момент. Uh, и вот так это и случилось. Например, uh, в один момент я осознал, что не хочу... Ох, это сейчас плохо произносится. Не хочу учиться... Я до восьмого класса был круглым отличником, надежда всей школы, олимпиады и прочая хрень. А потом, однажды, там в 10 вечера я сижу, решаю какую-то геометрию дома у себя. И меня опять-таки пронзает ощущение: а зачем я это делаю? Я это делаю, чтобы какой-то человек, который мне даже не нравится, поставил за корючку вот такой формы на бумажке, а не вот такой. Ну, там условно, пятерку вместо четверки. И я такой а что? Почему для меня это должно быть важно? Я вот в конце восьмого класса бросил делать вообще все домашние задания. И с тех пор не сделал ни одного. В конце восьмого класса? В конце восьмого класса. Угу. И как это тебя сделало счастливым? У меня точно появилось больше свободного времени, но это тот случай, когда зачетка работает на тебя. Потому что еще долгие годы все говорили, ну, Юра, мальчик-то хороший, просто сбился с пути, давайте поддержим его. И я такой, Ха -ха -ха, нет, вы поддерживаете, но я не сбился с пути. А как сейчас э, люди тебя принимают? Воспринимают тебя, как ты думаешь? Э -э, ну, мы живем же в удивительное время, когда очень важен цифровой образ. И э, я знаю, что он у меня своеобразный. Потому что за последние годы несколько раз ко мне подходили люди, которые мне нравятся, и с которыми я начинал общаться, ну, например, в Аспин-институте. И говорили, это это прям вот, не знаю, 5, 6, 7, 8, может быть 10 случаев. И говорили, слушай, Юра, а ты оказывается нормальный. Видимо, у меня образ какого-то сноба, зазнайки, не знаю, мерзкого чувака и все такое. Но люди, которые со мной начинают общаться, такие получают маленький микроприятный сюрприз, что я вроде приемлемый. Знаешь, мы с тобой познакомились в 2014 году, когда я работал на Espresso TV, и ты приходил в гости как журналист, который сидел целый месяц на минимальной зарплате. Да, было такое. И я тебя тогда Почему, собственно, я таким образом объясняю слушателю, зрителю, почему ты здесь, и тебе, может быть, тоже. И мне было очень интересно, как ты это переживал, зачем ты это выбрал, как устойчиво ты с этим находился. И ты тогда, А, сильно похудел, Б, с интересом рассказывал, как это выживать буквально на минимальную зарплату. с тех пор я больше внимания уделил тому, чтобы на тебя смотреть в соцсетях, смотреть какой ты, встречаться потом какими-то случайными способами. И ты мне... Ты мне тогда показался, и каким кажешься сейчас, тебя увлекает что-то, и тогда ты так глубоко можешь в это погрузиться, что для меня как раз какой такой... Ты человек, который в поиске интереса, похоже. А для меня это важная... То есть это важная часть моей жизни. И у меня это зеркалит на тебя, и я это уважаю, когда ты идешь за своим интересом. И так... Какое же слово? Не просто типа майку порвал и такой, давай, я сейчас буду месяц есть за 2000 Сколько там было? 1218. Ага, 1218. Это, как она называется? Вермишель буду, значит, есть. А ты с, прям с настоящим антропологическим интересом. А как, типа, ты это переживешь? А на что это похоже? Я хочу побывать в обуви тех людей, которые так живут. Это... То, что, на мой взгляд, осталось с тобой сейчас, это то, что я вот с годами вижу, что это точно часть тебя. И она мне очень интересна. Я хотел ее пораскрывать ну, немного. Это очень лестное описание. Я бы хотел быть таким человеком. И в качестве подтверждения, возможно, один из моих самых любимых авторов это Эй Джей Джейкобс, это редактор Нью-Йоркского Эсквайра. И он превратил фактически свою жизнь в такой журналистский, не знаю, социальный эксперимент. Он написал четыре книги, из которых мне очень нравится. Трилогия такая своеобразная, она посвящена душе, разуму и телу. Uh, ну вот с тела давайте начнем. Это uh, он попытался год прожить самым здоровым человеком на свете. Он следовал всем новомодным фитнес-практикам, диетам, принимал какие-то добавки и тому подобное. Под конец он, естественно, чуть не помер от такой мишанины, но он написал книжку. Потом он прочел всю британскую энциклопедию, а это очень много книг, О -о -о. и описал, как это было, что его увлекало, что нет. А третья, моя любимая книжка, называется «Год, прожитый по-библейски». Он взял Библию, выписал все-все-все правила и наставления, которые там есть. Их получилось, если я правильно помню, 800 или что-то такое. И прожил год в Нью-Йорке, следуя правилам Библии. Как там, ну, не знаю, очевидными, всем известным, так были нестандартные в духе в такой-то день: найди гнездо голубки, возьми из нее яйцо, а потом положи обратно. И он такой по Нью-Йорку шастал в своей хламиде с бородой, искал эту чертову голубку. В общем, это, это очень увлекательное, во-первых, по форме описания, как вот столкновение мира трехтысячелетней давности современным Нью-Йорком, так и духовное путешествие, потому что он пытался познать, что же он чувствует и что такое религия, что такое вера и в чем между ними разница и где у него вот внутри это все пересекается. В общем, я всем советую эту книжку. Вдохновил он тебя на то, чтобы тоже так экспериментировать и исследовать? Журналистский эксперимент мой любимый жанр, но, к сожалению, не так часто я. Ну, это трудоемка. Во-первых, нужно придумать идею, которой еще uh -huh. не было. А во-вторых, это трудоемка. И последний эксперимент, который я проводил, это, наверное, еще чуть меньше года назад это я прожил месяц, нарушая все возможные забабоны, все суеверия. Это был очень странный опыт, потому что утро начиналось, например, с того, что я должен был побрызгать водой, потом я ел сидя на столе, я ел с ножа и все такое. Было, я ходил по городу и искал разбитое сердце. О, сердце, Господи. Искал, нашел разбитое нашел сердце. Нашел у себя в груди. Да. Искал Класс. разбитое зеркало по мусоркам, чтобы посмотреть, посмотреть на него, него, да, и нашел. Так, черный кот дорогу переходил, через плечо ты не плевал? Черный кот переходил, мне удобно было. После редакции жило сразу четыре черных кота, поэтому тут я перевыполнил план вообще. Значит, и ты знаешь, я выжил. И это твой любимый жанр сегодня, но ты им не так часто занимаешься сейчас. Да, хотя хотелось бы, конечно, в новом году поэкспериментировать в волю. Слушай, а какая твоя роль из тех, которые сегодня, которыми ты сегодня обладаешь, и ты их сам выбрал, какие-то, может, даже вы, бы, может быть, ты и не видишь как роли свои, но мы из окружения можем наблюдать. Какая из своих ролей тебе нравится наименьше? Ух. Илья Филиппов, мой друг, который уже был у тебя, говорил, что ты будешь валить вопросами. Вот и началось. Наименьше. Ну, банальный ответ, давай я начну с банального ответа, чтобы потянуть время, это текучка какая-то там, условно, вот проходные тексты редактировать или что-то такое, но наименее... Роль журналиста, который работает с текучкой. Да, да, пожалуй, да так. Угу. пожалуй, так. Пожалуй, так. Это «А наиболее?» Из твоих ролей, которые на есть в Наиболее две, скажу. Давай. У нас есть с моим другом Мирославом такой полубизнес, полухобби. Мы создаем игры. Это очень странная штука. Мы туда попали Классная случайно. Штука. Да. Наш еще один друг Митя работал в крупном международном фонде. И как-то раз на пьянке ныл нам, что они привозят 200 активистов со всей страны, чтобы устроить им какое-то развлечение и конференцию полезную. И вот на один день есть развлечение и выступления, а на второй нет. И он такой, блин, что же делать, что же делать? Может, игру какую-то им придумать, и мы такие, ну давай мы попробуем. Хотя никакого опыта, ничего такого. И мы придумали игру про колонизацию Марса и про построение разумного общества там. Она, неожиданно, получилась очень удачной, и до сих пор ее проводят, и мы проводим в том числе. В нее однажды сыграл какой-то парень активисты Сум. И он нам написал: что а, давайте и для нас игру создайте С British Cancell. Мы создали, и вот так мы создаем, создаем, создаем игры. И эта ипостась мне очень нравится, и постась. Mm -hmm. Я выдал свой возраст только что. Это this role мне очень нравится, потому что ты видишь, как как это работает на людей, как то, что ты создал, меняет атмосферу для человека, потому что вот заходит в зал топ менеджер из Николаева и студентка из Львова. А через пять минут они погружаются в твою историю, и они уже аграрии на Марсе, mm -hmm. и, и они забыли вот то прошлое. Они неожиданно живут в совсем других обстоятельствах, которые создал для них ты. Мне то есть это ты окунул нравится. их в мир в этот. Да. И тогда я в этом слышу, что в этом важно что-то, что ты создаешь миры, есть что-то, какой-то мир, который создает Юра раз, а второе, ты можешь таким образом отвлекать людей еще из одного состояния в другое, уводить. Это второй, а третий, я слышу, что тебе важно, чтобы это еще и влияло на них. Ну, пожалуй, да, тем более, что мы создаем социальные игры с каким-то важным э, посылом, там, ну, то есть условно игры, которые дают тебе некий навык или делают тебя более качественным человеком, если uh -huh. можно так пафосно выразиться. И в целом это странный опыт, потому что, э, как в большинстве случаев выглядит моя работа, и, наверное, у многих, ну, у всех так выглядит, ты сидишь поздно ночью, один в темной комнате и лупишь по клавишам. А потом происходит какая-то магия. И вот эти буковки, которые ты набирал иногда со злостью к тому, что тебе нужно это делать, вдруг превращаются там, в огромную вывеску в музее, или в книгу, mm -hmm. или в сценарий, который проигрывают живые люди, представляя, что они на Марсе в этот момент. Вот эта магия меня до сих пор завораживает. Ты автор одной книги, и соавтор еще минимум одной книги. Эта книга лежит, наверное, даже больше, если Больше, скажешь да. больше. Одна из книг лежит у нас сейчас в студии на столе. Это будет подарок для наших зрителей. Хотел бы, чтобы ты, может быть, несколько слов о ней рассказал. Есть такой Андрей Федорев, наверняка все знают, верховный маркетолог, брендолог страны. И у него есть инициатива фундации «Дарины Желдак» хорошая, которая помогает подросткам из ну трудных подросткам в непростых жизненных обстоятельствах э, искать свой путь в жизни mm -hmm. и э, вот мы написали книжку совместно э, платформа интернет журнал э, помогал с текстами и мы написали книжку талант инструкция с выкористания она о том что тебе не обязательно идти на юриста экономиста или финансиста чтобы стать успешным потому что существуют креативные индустрии и они как бы тоже вполне себе зарабатывают деньги и если ты классно танцуешь или рисуешь или там тебе нравится играть в аматор в театре, то это тоже может быть работой. Вот об этом книжка. Мы взяли 13 лидеров разных сфер, и они рассказали о том, что... Я тоже сомневался, мне тоже было сложно, в меня не верили, родители говорили, а ну нет, гнида, иди на юриста, но я пробился и теперь успешен. А ты пробивался, чтобы быть успешным? <связываем> Наверное, со стороны может так выглядеть, но мне в жизни очень везло, <связываем> и все лучшие проекты, решения, не знаю, идеи приходили как-то сами собой. Все получалось, ну, вот как я рассказал, что друг такой ноет, нечем конференцию забить, нечем увлечь 200-200 активистов, и вот внезапно я создаю игры. Вот так оно все как-то и получается. А чем больше всего ты гордишься в своей жизни? За какие, какие твои поступки, какие твои действия, мысли? Я горжусь тем, что я вырос хорошим человеком. Что определяет хорошего человека для тебя? Кто напротив для тебя хороший человек? Я стараюсь не вредить людям. И не всегда получается, к сожалению. Но во мне есть доброта и даже, наверное, чрезмерно. То есть я очень сентиментальный, я там переживаю, не обидел ли я человека и все такое. Вот. Чем ты платишь за свою доброту? Наверное, меньшим количеством Сейчас я подумаю, ну нескромное слово успех, но в общем меньшим качеством жизни, скажем так. Если бы я был более хватким, не знаю, э, жестким, то я бы, наверное, больше, намного зарабатывал, был успешнее и тому подобное. Но мне комфортно и приятно чувствовать, что я там не не подлец, не знаю, не не отобрал, не украл, не взял взятку что-то такое. Тебе достаточно того, где ты есть и какой ты есть? Мне очень комфортно с собой. Мне правда нравится моя жизнь. Конечно, у меня есть там какие-то амбиции и мечты и все такое, но в целом я доволен, как все развивается. В целом ты доволен, как все развивается. Ты знаешь, ты сказал про успех. Я случайно открыл книгу вашу на 214-й страничке. И здесь есть цитата: Дуже важливо, разумеют как свои сильные, так и свои слабкие стороны. Это первое тезиса. А второй – успех – это часто сумма маленьких сбегов. И треба быть активным, чтобы эти сбеги траплялись и а были имоверными. С каким из этих тезисов ты менее согласен? Э, с, первым. Дуже важно понимать, как свои сильные, так и слабкие Почему? стороны. Почему? E, потому что я абсолютно согласен, что успех – это часто сумма случайностей потому что я по себе это вижу. А вот про слабые стороны, ну, блин, я знаю, что я не структурированный, я ленивый и тому подобное, я затягиваю дедлайны, я потом сижу ночами, чтобы все это успеть, а, но я знаю эту свою слабую сторону, и что я с ней делаю? Ничего. Есть такой гэллоп, который говорит, а давайте каталанты развивать. Ну, и, в общем, ни одна... Далеко не одна система образовательная и это growth oriented на рост ориентированная, но она за то, чтобы таланты развивать, а не слабые стороны усиливать. И вот тогда я, с другой стороны, зайду к тебе. Вот ты говоришь: ну и что? Вот я знаю об этих способах. А тогда, какие твои, может быть, пять талантов ты можешь назвать? И следующий вопрос я потом задам. Хм. Хвалить себя на аудиторию. Пожалуйста. То, что я ненавижу делать, честно говоря. Я любознательный, мне все интересно. Это, наверное, хорошо. Ну и я уважаю очень это в других людях. Я Любознательный. Скажи, так. пожалуйста, сейчас, секунду, небольшое отступление. Это. Мы же сейчас не в соцсети, правда? Нет, мы. Вот, я обещал в соцсетях об этом не рассказывать, но поскольку мы не там, то могу. Ходил на днях на кастинг проекта Холостячка. И. Нет, не буду, это странный был жизненный опыт. Э, ну, в общем, ладно, расскажу. Они спрашивали, что я ищу в женщине, и когда я рассказывал, что вот мне важно, чтобы она была любознательная, ну, то, чтобы она интересовалась, чтобы она искала новые пути, какие-то приключения и тому подобное. И они мне не верили. Они задавали этот вопрос много раз, говоря, что ну, не может так быть, нет, этого мало, там, нужно, чтобы она готовила условно, что-то еще такое. Вот, но для меня это правда важно. Любознательность. Я, мне кажется, более-менее эрудированный по верхам, но во многих сферах. Наверное, ну, я не могу назвать себя мудрым или умным, но я сообразительный, мне легко что-то Схватить какую-то тему и научиться, Я что там делать. Mm -hmm. Спасибо. И mm. Еще две. Еще две. Ну, доброта, наверное, и эмпатия. Я искренне пытаюсь понять человека и. Э, по, ну, да, побывать в его тапках. А из этих, если по галопу идти, из этих пяти талантов, которые ты в себе отмечаешь, какие, какие два ты хотел бы, знаешь, наибольшее Вот в этом своем сегодняшнем состоянии, в, в, в своем возрасте, в своем месте в мире, ты хотел бы приложить наибольшие усилие чтобы еще, сори за тавтологию, усилить эти таланты? Вот из этих пяти, какие два? Думаю, ум меня завораживает ум, и мне бы очень хотелось быть очень умным, потому что я иногда сталкиваюсь, ну, например, с Сергеем Кошманом есть такой. Есть такой. Вот, и меня завораживает то, насколько он умный и эрудированный. Ну, то есть это иногда это отвратительно, потому что ты сидишь и чувствуешься беспросветным дебилом рядом с ним, когда он жонглирует смыслами и фактами. И э, завораживает меня то, что у нас одинаковый старт. Ну, то есть мы стартуем, стартуем из одной точки. Мы поднимаем тему там условно, не знаю, почему украинское общество вот такое. Uh -huh. И я иду своим путем, и это какая-то заросшая тропинка, которая приводит в тупик. А он шагает по своей магистрали огромной и рождает вокруг смыслы, и они носятся там, и там жесткий трафик у него какой-то сумасшедший с этими идеями. И вот меня это, правда, завораживает. Завораживает то, какой он в этом? А, нет, мне, мне очень нравится, когда люди, вот э, имея тот же набор фактов, э, что и у меня, вдруг придумывают такое, что мне не подвластно. Это как с музыкой. Я никогда, наверное, не смогу сочинить мелодию, хотя мне бы очень хотелось. Поэтому меня завораживает, когда люди умеют э, придумать музыку, исполнить ее качественно, импровизировать. Вот джемсейшены — это среда, где я страшно завидую и страшно восхищаюсь одновременно. Я тоже и завидую, и восхищаюсь. А второй талант, если ум это первое, что тебе хотелось бы, куда больше внимания хотелось бы направить еще, то тогда второй... Наверное, на эмпатию, потому что mm. э, я сопереживательный, но иногда очень сложно понять, что чувствует другой человек и как твои слова на него влияют. Я просто недавно столкнулся, и не буду рассказывать о каком mm. случае, но он меня сильно травмировал, когда я понял, что ну, я вел себя плохо. Хотя мне это не было заметно изнутри. Вот я бы хотел лучше понимать результат своих действий и то, как другие люди их воспринимают. А что ты делаешь для того, чтобы лучше понимать результат своих действий? Ну, например, я прочел книжку, которая называется ⁇ Зачем он это делает ⁇ Это про абьюз. Это американец написал, который исследует абьюз долгие годы. И вот он рассказывает как раз о том, какие формы это может принимать и тому подобное. То есть через интеллект, через чтение и анализ этого, анализ того, что ты там прочитаешь, ты чувствуешь, что ты можешь быть более эмпатичным и лучше понимать результаты своих действий на других. Я бы точно хотел. Угу. Здорово. А что тебе еще может помочь или кто, как? Ну, опять-таки, общение, чтение, ну, то есть какие-то стандартные штуки. Не знаю, есть ли здесь прорывная идея какая-то. Ну, я не жду прорывных, я буду честных. <laughs> так, такие. Мне же хочется, чтобы тут был Юра-Юра. Э, а я же не Кошмарченко, а, а, Юра. Очень важно говорить с людьми. Неважно, с какими, будь это там твоя жена, с которой ты 40 лет, или э, спутник в маршрутке рядом с тобой сидит. Вот если ты чувствуешь, что он тебя тычет локтем, то не нужно цокать и а можно просто повернуться и сказать что простите пожалуйста вы не могли бы локоть убрать я как-то грубо это вот произнес сейчас но в общем я имел в виду что э, общение изобрели не зря и э, эта сигнальная система речь очень важна как ты вот то что я слышу мне хочется задать вопрос о том что ты делаешь когда сталкиваешься сталкиваешься э, с теми кто например не обладает достаточной эмпатичностью собственно что происходит тогда? Вот он говорит тебе, Ильяна, локоть убери. Ну, как-то вот, понимаешь, наверное, суть вопроса. То есть, как ты реагируешь уже сегодня на тех людей, которые в контакте с тобой, например, значительно менее эмпатичны? К сожалению, я очень ну, вспыхивающий человек. То есть внутри я сразу начинаю беситься страшно, излиться и тому подобное. Но по ряду причин снаружи я это обычно не показываю. Я включаю просто сарказм какой-то и язвительность. Но это тоже, это наверное, твои, не очень хорошо. Это твои э, защитные реакции. Да. То есть твой щит и меч одновременно. Да. Ну и там мне кажется, кстати, вот ты спрашивал еще про таланты. Мне кажется, иногда я могу неплохо пошутить. И это ну, я рад этому. И, как мне сказала одна моя мудрая подруга, что Юра — это мышца, которую ты прокачал, чтобы защищаться. И э, есть у меня такая традиция. Я с радиоаристократы хожу в походы э, летом. И так совпадает... На что, байдарках. На байдарках, да. На неделю, там иногда чуть больше. И так совпадает, что это как раз мой день рождения. И вот в прошлом году Ярослав Ладыгин, э, идеолог радиоаристократ и свой основатель, он произнес тост на мой день рождения, что Юра Uh, ты классный там, uh, и все такое. Мы видим, что ты uh, я не, не помню, к сожалению, точно, как он сформулировал. Мы видим, что ты защищаешься юмором, но мы любим тебя и беззащитного. Что-то такое. И для меня это было важное принятие. Это крутое принятие. Это очень важное принятие. И что-то изменилось у тебя с тех пор с тем, как ты используешь себя. Нет, я все так же защищаюсь шуточками. Это ä, ужасная метафора будет, но ä, в фильме Восьмая миля. С Эминемом. Финальный баттл, может быть, кто-то помнит. Ну, суть в том, что да, там два человека состязаются в умении зачитать фристайл и палить грязью друг друга. И вот финальный баттл самый сложный, самый важный. Эминем выигрывает за счет того, что он первый полил себя грязью. Он сказал, что ну вот да, я такой парнишка вообще бесталанный, нет у меня в жизни успеха, ну ты тоже, с другой стороны, мудак. Вот, и его собеседник просто не нашел, что сказать, потому что уже человек сам себя обсмеял. Вот и я часто себя обсмеиваю, чтобы спастись от того, что вдруг кто-то захочет. Ты переживал публичный позор? Прям позор-позор. Ну, у меня был э, точно момент э, страшного публичного стресса. Но он немного и дал, на самом деле. Это был э, TEDx КНУ э, университета Шевченко. Это было мое первое большое публичное выступление в жизни. Ну, не считая там каких-то университетских, но э, маленьких и неважных, на самом деле. Вот, а здесь мне нужно было прям выйти на аудиторию в э, 500-600 человек, прочесть речь. И я речь эту вызубрил блестяще. Я обзнал каждую там гребаную запятую. Я вышел на сцену и забыл Каждую гребаную запятую И вот эти где-то там секунд 20 Что я стою, смотрю в огромный зал Который ждет от меня мудрых слов И молчу Это было прям очень стыдно и страшно Но это мне многое дало Потому что после этого мне не страшно Никакое публичное выступление угу. Вообще там интервью, не знаю, эфир, что угодно Очень мощный трансформирующий опыт угу. Я всем советую облажаться Я думаю облажаться в максимальном количестве вещей Чтобы потом было не страшно когда-то я вообще веду там всякие ивенты, вел раньше еще и свадьбы и прочее, и больше всего боялся как раз публично опозориться. Так мое эго переживало, трепет на этот момент. И был один день, когда я для одной из организаций вел их корпоратива, я их хорошо знаю, знаю хорошо имена директора и прочее. я публично со сцены 400 человек, я назвал директора не тем именем, с огромной улыбкой на лице, с радостью, что я сделал все правильно. Три человека похлопали из 400. И ничего не произошло со мной. Mm -hmm. Потом он вышел, сказал речь. Я уже был ну, там сбоку где-то. И пока он говорил речь, ко мне подошла его помощница, которая со мной, собственно, и работала. Он говорит, слушай, Андрей, все, зашибись, офигенно, начинаешь, да, только он не Юрий, он Дима. И у меня тогда, значит, я думал, сейчас разверзнется, сейчас вот земля разойдется, я паду туда вниз, сгорю от стыда, от страха. Но оказалось, что нет. И тут мой психотерапевт подсказал говорит: слушай, а что ты можешь сделать по-другому в следующий раз? И, и то, что я могу сделать по-другому, я теперь и делаю по-другому. Просто готовлюсь лучше, hmm. например. Типа, более... И понимаю, что такое может случиться. И мне нужно было облажаться, чтобы расслабиться, снять напряжение. Пожалуйста. Потому что быть и... славным парнем напряжно, честно говоря. Я еще применяю такую невероятную методику. Если мне что-то случается, что мне не нравится, что заставляет меня переживать, я задаю сам себе вопрос, когда это перестанет иметь для меня значение. И в подавляющем большинстве случаев ответ там, неделя, ну, может быть, месяц. Ну, условно, ты уронил телефон, и там пошла трещина. Ты сейчас думаешь, твою мать, моя жизнь ничтожна, я ненавижу себя. А потом ты понимаешь, что, черт возьми, через месяц, ну, точно тебе плевать на это все будет. Вот у меня куча трещины, и что? Все равно. А с, вот я хочу спросить тебя о том, с чем тебе обычно расставаться сложнее всего? Может быть, сейчас попробую как-то доформулировать его. Um, в теории тренингов есть такая штука, как kill the, kill the darling. Вообще она во, во многих штуках есть, от чего отказаться нужно. Вот все мне нравится, mm. и этот сегмент хочу всунуть, и ты в игре можешь, которую вы создаете для ребят, и этот сегмент хочу всунуть, и этот. Как тебе приходится, как ты выбираешь, от чего важного нужно отказываться, когда у тебя на весах такой выбор стоит? Ну, вопрос этики, конечно, очень важен, потому что в современной Украине много проектов э, приносят деньги, но они не этичны. И я, правда, горжусь, что нахожу в себе силы отказываться в большинстве случаев. Не скажу, что mm -hmm. всегда. Ну, а еще э, я научился ценить... Возможность отдохнуть. Потому что несколько лет назад у меня умер отец и мать, которая прожила с ним полвека на даче. Они, ну, они, они просто пенсии, жили уже на даче. И понятно было, что ее нельзя там оставлять. Я вернул ее в Киев и начал делать ремонт на даче, чтобы полностью сменить там обстановку, чтобы ей ничего не напоминало. И внезапно выяснилось, что ремонт это дорого. И я впервые в жизни влез в серьезные долги и посоглашался вообще на все проекты, которые мне предлагали. И я работал пару месяцев, ну даже, наверное, 3-4 месяца с 7 утра до часа ночи, до 2 ночи вот всегда без выходных, без чего-либо. И такое повторилось в этом году: длилось уже меньше, но тем не менее, я сказал себе, что э, Юра, Юрочка, Юрандос, цени себя. Вот смотри, конец года ты отказываешься от всего. Если это не что-то, ну просто вот проект мечты, то ты отказываешься от всего. Я отказывался и провел несколько недель довольно беспечно и с удовольствием. Мне, знаешь, как мне отзв... звучит так, что тоже хочется сказать то же самое: что такой тяжелый год был, и, и приходилось вот там с семи, как ты говоришь, до часу местами. И так важно было в какой-то момент уже, но он наступит только в 22-м году, такой момент, это я mm. уже как бы забегая наперед скажу. Понимаю, думаю, я понимаю важность того, чтобы на себя обращать внимание, не выдыхаться, что ли. У меня был момент, прости, если перебил. Да, пожалуйста. Когда в редакции интернет журнала «Платформа» вот в тот период отключили свет. И я помню, что нужно было идти домой и дальше работать, естественно. Я вышел из редакции и понял, что я абсолютно изможден эмоционально. Не физически, а эмоционально. Ну, то есть вот, вот меня нет. Я, я... У меня все мысли о разных проектах. Я понимаю, что все горит, и мне нужно хвататься за то, что горит просто сильнее, хотя горит все. И я подумал, нужно себя порадовать. И я пошел в KFC. Потому что, вообще-то, я стараюсь быть вегетарианцем, но иногда могу позволить себе мясо. Я даже знаю, есть специальное слово для этого флекситарианец. Вот, и я люблю KFC, я зашел туда, съел 9 куриных крылышек, а потом вернулся домой и стал работать дальше. И через пару дней я рассказал эту историю своему другу, что ты такой: представляешь, я, я смог, я пошел крылышки есть, я расслабился. И он сказал: Юр, у тебя очень серьезные проблемы, если для тебя пойти поесть в KFC это праздник. И вот после этого я стал да, чуть более трепетно относиться к себе. А как ты знаешь, какие у тебя триггеры того, что что-то не так в отношении твои, твоем отношении к тебе? О, ну, наверное, вот это вот э, зачатки выгорания какого-то. Я сталкивался с этим. У меня вот в тот период, когда я влез в долги и посоглашался на все, э, я помню, что как раз в процессе я дал интервью, кажется, MC Today. Они заглавили его. Э, что я либо работаю, либо выпиваю. Кажется так. А, ну, просто мне нравится выпивать, и для меня это способ расслабиться. Вот, я помню, что я давал интервью достаточно восторженный, в том смысле, что да, я работаю по там 19 часов в день, но все нормально. Я кучу всего успеваю, и я радуюсь, когда я вычеркиваю рабочие задачи, я радуюсь, когда до конца дня еще много времени, потому что я понимаю, что много успею и все такое. А потом, когда интервью вышло через какое-то время, после того, как я его давал, я помню, что прочел его уже в состоянии эмоционального выгорания. И это был вообще другой опыт. Ну, то есть я читал интервью другого человека, который радовался от того, что он устает. Наверное, так. Uh -huh. а, не сделав что, ты бы не хотел умирать? Это у нас какой-то глубокий разговор, наверное, но есть формальная достаточно штука. Она может прозвучать сейчас поверхностно, но я бы очень хотел кругосветку. Потому что у меня есть передача «Декимандры» про путешествия, и я много про кругосветные делал, в том числе выпуска. И мне кажется, это такая какая-то очень понятная и очень интересная при этом жизненная веха. Класс. Юрий Марченко, Вилли Фог. Да. И я достаточно отчетливо вижу свою смерть, пусть это не прозвучит печально, но, ну то есть я знаю, как бы я хотел ее. Расскажи, это, это, это я, очень интересно. Да, я на своей яхте, mm -hmm. э желательно где-то в юго-восточной Азии, потому что я люблю этот регион, но можно и Карибы, mm -hmm. так и быть, я согласен на Карибы. Э я ем дорадо, который сам съел и приготовил на гриле, я пью ром, который налил себе в кокосовый орех и смотрю на закат. Вот в этот момент я почувствую, что, Юра, удалось. А кто рядом с тобой, когда ты умираешь? Ох, это вот что? Что происходит? Я страшно люблю, честно говоря, такие совпадения, но когда я рассказал недавно одному человеку про вот, свою идею смерти, эта девушка была, и она сказала, почему ты видишь себя один? И я действительно задумался, а почему же? Я отвечу, уйдя чуть в сторону. Значит, есть такая формулировка сакральная ⁇ умереть от оргазма ⁇ Многие люди говорят ⁇ Ох, я бы умер от оргазма ⁇ Это ужасно, не поступайте так, потому что у вас секс с человеком, который, видимо, вам дорог, и тут вы померли, а он лежит в постели. Во-первых, у него-то оргазма не было или у нее. А Во-вторых, рядом еще и трупак дорогого человека. Это очень эгоистично, так поступать нельзя. Вот, и если я помираю на яхте, а рядом э, любимая женщина, то это тоже довольно эгоистично, мне кажется, потому что она такая, твою мать, и что теперь делать? Я на Карибах с трупом. Да, наша смерть это для других часто э, это что-то, знаешь, ну... Вот. Отягощающее. Mm. А, ну, умер, ну что теперь? Задолбал. Он и при жизни был не очень, а теперь вообще... Я сейчас вернусь чуть-чуть назад к, к серьезности, если ты не против. Вот этот контекст смерти, он от, мне интересно его рассматривать, что там через твои глаза я встречаюсь так и со своими переживаниями. И сегодня, когда высокая напряженность войны, и прочее, у меня в, этом, в эти полтора месяца много переживаний сильных есть таких, с которыми я раньше не сталкивался. Недавно, идя по Буковели, передо мной упала женщина, у которой был эпилептический приступ, а я об этом не знал, но как-то пробовал, чтобы не навредить, помочь. И это такое близкое столкновение для меня было... Маш, пошли. В те дни, когда я много думаю о войне, и о том, а какова моя роль, что я могу сделать, а как, и вообще, кто за кого, за кого я... Такой набор вопросов в целом возникал. И э, почему я тебя о смерти спросил, чтобы в том числе вот так позеркалиться, порефлексировать и послушать, и как ты об этом думаешь. Добавлю. Э, я бы хотел, когда я умру, чтобы меня в, в, пепел сожгли. Мне хочется вот такого контекста, потому что мне что уже все равно ты будет. Но вот э, если говорить утилитарно, то вот так. А тебе как? Пожалуй, тоже, потому что, ну, если ты ложишь целый труп в землю, то это очень серьезная инфраструктура, это могила, это нужно за ней ухаживать и все такое. Есть прекрасная идея, когда тебя подсаживают в грунт и выращивают дерево, и ты как бы живешь вторую жизнь. И вот мне правда нравится эта идея, и мы ее даже в редакции разрабатывали как mm -hmm. микро-стартап, но есть маленький нюанс. Люди же безответственные. И вот ты погнал в отпуск, никто не поливает твоего любимого дедушку в виде банков. И он снова помер. И ты такой, ну черт, деда, извини. Слушай, а кто будет горевать по тебе, как бы хотелось от тебя: какой тип людей, какие люди. <связывая> Я бы хотел, чтобы обо мне помнили. Но я бы не хотел, чтобы они горевали, угу. потому что я прожил очень счастливую жизнь и люди, которым будет неприятна моя смерть, самая странная, наверное, фраза в моей жизни. Я бы хотел, чтобы они продолжали жить счастливо и дальше. Я разделяю эту философию и в жизнь праздновать, насколько это вот, насколько это странно, может быть, не звучит, но при моей смерти хотелось бы, чтобы сыграла, трубочист сыграл на трубе сначала грустную мелодию, а потом. после... Трубочист. Да, ну, отставь да. бокал. Почему? Он трубач. А, трубач, да, спасибо. My Russian is not good. <laughs> Чтобы трубач сыграл на трубе, сначала грустную мелодию, а потом радостную. И попробовать праздновать жизнь, мне здесь очень твой подход симпатичен в этом. Собственно, вот это я хотел попросить. Интересно, что мы сейчас вот такими достаточно высокопарными и красивыми фразами фактически сформулировали одну из самых банальных максим в истории. Это не грусти, что это закончилось, улыбнись, что это было. Я окей, okay, с этим, ты знаешь, я принимаю. Хоть я покраснел от стыда немного. Давай с скроем, да. За нашу смерть. За это стоя. И за нашу жизнь. Так, что мне хочется сказать тебе на этом этапе? У тебя очень высокая, конечно, жизнерадостность. И это... Ты когда заходишь в комнату, то есть такой, наполняется комната некой такой теплая светлая энергия которая это стычаешь. очень лесная запись эм, но это так есть при этом что я вижу что это же тоже какой-то такой некий дисбаланс потому что так так я себя хорошо знаю когда я захожу в комнату тоже я это стачаю или стачал раньше вот и мне было интересно узнать чем же ты ну, собственно за это платишь и ты сказал чем ты платишь за эм, такой вот Жизнь. И, говоришь, возможно, тем, что я чуть менее успешен, чем там мог бы быть, потому что я выбираю жить классно. И мне достаточно. Мне достаточно возможностей, людей рядом денег. Того я люблю то, что я делаю. И в этом месте знаешь, ну круто, что достаточно. И хочется спросить тебя: когда ты понял, что достаточно? И как ты понял, что достаточно? Опять ты валишь вопросами? Мне действительно в жизни повезло. У меня есть крыша над головой, у меня уютная фамильное гнездышка в центре города. Мне есть что есть. У меня есть собака. И вообще я сейчас сверну в другую сторону, потому что комплекс самозванца, ты наверняка знаешь такую формулировку. Я очень часто не могу поверить, что я живу своей жизнью. Что это мое, потому что вот почти каждый раз, когда я захожу домой, подсознательно, где-то на окраине сознании я жду, что сейчас выскочат люди с камерами, или не знаю, или без камер, но они скажут: Юр, все, 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 мы заканчиваем. Мы знаем, что ты просто маленький мальчик, и что это не твоя жизнь. У тебя нет собаки. Тебе тяжело нет... поверить, что это твоя жизнь. Да, мне тяжело иногда, потому что ну, я-то mm -hmm. знаю, что я мелкий дурачок, и внутри мне лет 12, э, не более. И друзья это знают, потому что у меня идиотские шуточки и все такое. И одна из фраз, которые я регулярно слышу от друзей, это «Юрочка, 37 лет». Они это произносят, когда я творю какую-то чушь. А какой ты друг? У меня долгие годы не было друга. У этого была причина? Я в первом классе сел за одну парту с правнуком Ивана Яковлевича Франка. Франко. И мы подружились, и вот до конца школы мы были прям не разлей вода. Мы поссорились ровно один раз, и то на пару дней за все эти годы. Но потом нас как-то покидала жизнь, он политех, я там филология и все такое. Мы до сих пор поддерживаем отношения, но, конечно, связь уже не та. Хотя вот недавно он попросил крестить его сына. Вот, кстати, я забыл ему ответить, кажется. Вот такой я друг. Да, ну, несколько лет назад мы с моим хорошим приятелем Мирославом, который начальник чудесного заведения «Сквот 17Б», как-то сдружились, и я очень этому рад. А потом появился еще и я, Филиппов, и вообще как-то жизнь превратилась в увлекательное приключение, потому что всегда есть с кем поболтать. «Какой я друг?» — ты спросил. У меня есть плохая штука, я боюсь быть назойливым. Это, это прям мой страх, и я знаю эту проблему. Ну, то есть, мне, да, мне очень страшно, что я кому-то в тягости или что-то подобное. Поэтому, ну, один из выхлопов — это то, что я очень редко пишу первым. Угу. Ну, то есть, я... Но ты сам по себе таков, что тебе пишут. К счастью, да. Ну, то есть, друзьям я, пожалуй, могу написать, что пойдем вечером выпьем или там, давай на концерт сгоняем или что-то uh -huh. такое. Но вот людям, которые чуть дальше, чем друзья, никогда, наверное, даже не пишу. То есть, мало людей у тебя в близком кругу? очень мало. А чего стоит вот мне или Илье, или кому? Чего стоит быть у тебя в близком кругу? Наверное, ну, первое, что мне пришло в голову, не факт, что если я подумаю, полчаса будет то же самое, но это совместно пережитые приключения. Причем совместно пережитые и эмоционально, и просто формально. Ну, там условно, вы поехали вместе куда-то в путешествие, и вы можете получить очень разный опыт. Вот классно, когда он созвучен у вас, более-менее. Я тут хочу к Ладыгину вернуться на секунду, и вот о чем подумал о том, что. В близком кругу у тебя это как гипотеза. В близком кругу могут быть те люди, с которыми ты готов был, готов быть оголенным, вот так, как говорил об этом Ладыгин, где не нужно защищаться. Там ты можешь это применять, конечно, и иронию сарказма, ты там в этом очень хорош, потому что ты мышца прокачана. При этом тебе нет необходимости как будто с этим близким кругом таковым быть. Это гипотеза моя, так ли это? Да, абсолютно. И ну вот друзьям, я рассказываю про какие-то сложные жизненные моменты, и мне не нужно прятаться. И это большущее счастье вообще. Ну, потому что важно выговариваться. У меня есть беда еще одна, то, что я не, не особо умею выражать эмоции. Я знаю, откуда это произошло, и знаю почему, но есть такое. Вот, к счастью, с друзьями я научился быть искренним. Я как раз хотел спросить тебя, как ты просишь о помощи? И, кажется, ты сейчас ответил. Ну давай еще раз. Очень редко прошу, но да, вот, когда бывают какие-то грустные переживания, я общаюсь с друзьями и рассказываю им, что смотри, я переживаю. А мне говорят, ну ничего, все будет хорошо. Я такой, спасибо. Помогли. А к тебе часто обращаются за помощью разного рода? Эмоционально ты имеешь в виду? Эмоционально, да. Поддержкой. помощью, поддержкой, заботой. А, вот странно, слушай, наверное, мне бы хотелось, чтобы чаще. А как ты думаешь, что может на это повлиять? А, снаружи, ну, то есть, да, извне я выгляжу закрытым человеком, который, наверное, не готов. Ну, то есть, самые близкие знают, что ко мне можно обратиться. Но либо у них все хорошо. Либо они тоже по-своему почему-то не могут обратиться. Либо так, да. Да, я согласен. Ты со всей своей открытостью выглядишь, ну, мною считываешься как очень закрытый человек э, с массой защитных систем и механизмов. И мне это одна из причин, почему мне было интересно так с тобой поговорить и вообще разговаривать сейчас. Мне интересно с тобой. Вот я второй раз слышу это за неделю, потому что, опять-таки, на этом не знаю, как это назвать собеседование в проект Холостячка. Они мне говорят: вы очень закрытый, вы нам интересны, мы хотим вас позвать, но нужно, чтобы вы отвечали искренне. Там такие вопросики от незнакомого человека, что я искренне не хотел отвечать. Ты знаешь, для меня важно важно, что есть коннект какой-то, ага. достаточно, чтобы ты мог разговаривать со мной. И открываться до достаточно. Я вижу в этом больше возможностей, чем если бы действительно я был просто журналистом с СТБ, который тебя об этом mm. расспрашивал. Слушай, прости, пожалуйста, я вот сейчас понял странную штуку. У меня же рефлексы радиоведущего и подкастера, поэтому, когда я отпиваю... Я отклоняюсь в сторону от микрофона и потом очень осторожно, Мне это отклонившись в сторону, ставлю бокал на стол. Но... Чтобы не было слышно. Да, но ты сказал, что нас же смотрят и больше смотрят, чем слушают. Я, наверное, выгляжу со стороны дебила. Так вот, я хочу сказать, что я не кретин, просто у меня рефлекс радиоведущего, что не должно быть никого звука глотка или стука бокала. Принимается. Это была инструкция о том, как быть радиоведущим. Да, я согласен с тобой. А что тебя увлекает больше всего в твоей роли радиоведущего? Um... Радио и подкаст это самая интимная медиа. Она проникает вот прям в уши. Ну, то есть ты, ты находишься рядом с мозгом непосредственно человеком. Mm. И э, меня очень увлекает возможность рассказывать истории настолько интимно. Э, мне это, правда, очень нравится, и, наверное, из всей, всей, всей деятельности э, э, журналистка или сторителлинга, который у меня есть. Э, радио, ну вот, это, а, акустический контент меня увлекает больше всего, потому что ты должен только голосом увлечь человека, находясь очень... К его мозгу. Вот это это прям супер. И э, классно, когда. Ну, обычно слушают э, контент, занимаясь еще чем-то. Куда-то едут или что-то такое. И вот мне очень хочется, чтобы ты мог настолько увлечь, чтобы человек там перестал мыть посуду условно, а прислушался к тебе. Не вряд ли мне это удается, но я бы очень хотел. Mm. И э, мне сегодня похвалили, кстати, похвастаюсь тебе: э, У меня есть выпуск в Диках Мандрах про. Пассажирский Боинг, который случайно облетел вокруг Земли. Это первый пассажирский самолет, который совершил кругосветное путешествие. Это случилось по трагическим причинам. Это был рейс с западного побережья США в Австралию в 1941 году. И случился Перл-Харбор. И ребятам сказали: вы не можете возвращаться обратно. Тихий океан теперь японский. Вам нужно лететь в Нью-Йорк через всю планету. Они такие, твою мать, вы шутите, у нас нет карт, у нас нет денег, у нас, мы, ну как, у нас, у нас чертов пассажирский Боинг. Но они это сделали, они летели по э, фактически картам из учебников, э, по географии школьным и тому подобное. Вот, мне самому этот выпуск ужасно понравился, мне нравилось работать не, над ним, мне нравилось его записывать. И сегодня меня похвалил человек, он написал, что, во-первых, это его там одно из главных впечатлений года, во-вторых, что он послушал его семь раз, э, и мне было ужасно приятно. Это очень приятно. Да. А когда, у меня есть такая дилемма, мне интересно, я с интересом жду комментарии к выпускам, что именно запоминается. Как ты ждешь комментарии к своим выпускам? Как... Честно говоря, никак. Uh -huh. Я плохой СМ-щик, я не пощу эти выпуски никак, никуда себе в соцсети, там раз в пару месяцев, разве что, я говорю, что, Эй, ребята, накопилось, послушайте, пожалуйста. Вот, изредка я захожу на YouTube, потому что их выкладывают и туда, и недавно у меня была живая встреча с слушателями этого, этого подкаста. Ну, просто я объявил, не знаю, это творческий вечер, наверное, можно назвать. Такая формировка из 90-х. Вот, и, к счастью, пришло человек 40, мне было ужасно приятно. Я забыл вопрос. Как, как, да, да, да. Я вспомнил как вопрос. Ты ожидаешь. Да. Я помню, что для этой встречи я готовил презентацию, чтобы ничего не забыть. И я отсмотрел комментарии на ютубе и мне больше всего понравился один. Он, он звучит примерно так: "Блестящий выпуск, Дмитрий". Я подумал: "Спасибо". Ну что ж, как у, у тебя Дмитрий ты, а, а я тогда перепутал Юру и Дмитрия. Да. Угу. Продолжим. Собственно, давай книгу разыграем. Давай. За что? Я бы я пытался придумать идиотский каламбур с, с другим значением слова разыграем. Типа мы такие мы почитаем тебя книга, а нет, не почитали. За что мы подарим книгу? Что такого наш читатель и слушатель может сделать, чтобы тебе захотелось человеку подарить книгу, связанную с твоей деятельностью? давай человек напишет про свой талант и самое яркое его применение в жизни. Отлично, так как книга у нас про талант. О талантах. У меня в Инстаграме Андрей и Нижний Петкресло не Я подписан. Что Под... ты на меня так строго я... смотришь? смотрю на вас теперь строго. Под постом с этим подкастом напишите, пожалуйста, об одном своем таланте и о его применении в своей жизни, о том, как вы применяете жизнь. Классно. Это mm -hmm. очень... Это пока что самый лучший розыгрыш, который мы делали. Все розыгрыши были спонтанными, случайными и малоудачными. А этот, я надеюсь, будет достаточно удачным. Тогда отложим книгу в сторону и перейдем к завершающей такой части разговора. У меня есть один вопрос, который я задаю всем слушателям. Всем слушателям. Всем слушателям, тоже же его слушают. Всем вам, моим гостям. И вот послушав твою жизнь, как ты себя видишь, как ты думаешь, мы тебя видим со стороны, э, о твоем близком круге, о, о, о том, как не просто тебе в близость попасть, о том, что важно э, сохраняться через э, предохранителя в виде юмора, в виде, причем, такого достаточно злого иногда, но при этом искрометного юмора твоего, э, интеллекта, начитанности, интереса. Опять лесно. Что э -э. происходит? И тут рождается у меня, такой, ну, собственно, такой вопрос. И ты говоришь, а я вообще счастливо живу, у меня классная жизнь. И прям интересно, можешь ли ты дать другой ответ на вопрос, что делает жизнь Юры Марченко обалденной? Что самое крутое, что делает жизнь Юры Марченко обалденной? Я думаю, люди и совпадения. Люди и совпадения. Люди и совпадения. Мы совпадения говорили как об элементах э, удачи и счастья. Некого такого. Да, ну то есть мне действительно очень в жизни везет, очень везет. Ну там вот э, неделю назад я вернулся из Кении, где привел две недели бесплатно. Это было невероятное совпадение. Я видел жирафа в трех метрах от себя. Это же фантастика вообще. У него шея длинная. И он пятнистый. Я, кстати, пока что жирафов, кроме как наверное, в зоопарках и не видела, мне бы хотелось. И планирую в Намибию с женой поехать с погонелями в какой-то момент. Я думаю, мы там сможем увидеть их в саванне. Другой вопрос тогда, обратная часть. Из того всего, что ты о себе знаешь, что делает... Что делает жизнь Юры Марченко наиболее сложной? Почему быть Юрой Марченко сложно? Переживание. Ну вот не знаю, можно ли это назвать эмпатией, но то, что я сентиментальный, меня многое цепляет и тому подобное. Ну вот сейчас, например, я поднимался сюда в студию, и между вторым и третьим этажом, а мы на третьем, я столкнулся со старушкой, которая шла очень медленно, и она несла какую-то овоську с яблоками, ну, в общем, несла какой-то груз. И я говорю, давайте я вам допоможу. Она ответила, что да нет, мне не тяжело, у меня просто ноги больные. И я прошел дальше, зашел в эту студию, и я до сих пор, честно говоря, думаю, нужно было настоять. Я переживаю, что я недостаточно хороший человек, потому что я все-таки не помог, хотя мне было бы приятно и легко. А как ты думаешь, мы ждем от тебя, что ты хороший человек? Мне хочется верить, что сейчас общество ждет, это вообще от всех, от бизнеса, от людей, от кого угодно. Ну, я я жду. А как часто в день бывает так, что ты замечаешь, что, о, сегодня Юра не такой, как мне хочется, чтобы Юра был для общества? Mm -hmm. Ну, это вот то, что мне приходит, тот ответ, который мне приходит в голову, это когда я устраиваю себе лень. Когда я просто с утра до вечера валяюсь на диване и ничего не делаю. Смотрю там какой-то сериал. Класс, заботишься о себе. Заботишься о себе, да. Но, наверное, я мог бы что-то полезное сделать. там, Начиная от коммерческих проектов до, не знаю, духоподъемного чего-то. Но это же тоже важно. Для меня точно. Скажи, пожалуйста, Почему ты так себе не даешь возможности и отдыхать, и заботиться о себе? Что тебе мешает, что удерживает? А, чувство вины, когда ты не при деле, когда ты не делаешь что-то полезное, ты, ну вот, я не чувствую уже. себя виноватым. Угу. Я тоже. Для меня это очень понятное переживание. Я не знаю, конечно, как именно ты его переживаешь, но для меня это ощущение вины от того, что я не занят чем-то мне сна природа, возникновение, это достаточно сильное переживание. Я помню, да, что за последние там, полгода у меня было несколько моментов, когда я вот весь день с утра до вечера э, ничего не делал. И э, несколько раз э, рядом был, была девушка, и я помню, что я регулярно, прям раз в час произносил ей... Э, это самый бесполезный день за долгое время. И, наверное, в этом как раз и есть вина. Ну, то есть так я ты так ты обесценил, собственно, свой этот опыт этого дня. Я да? перед собой mm. таким образом извинялся, да. Mm. А тебя прям винят за это? Извини, что я такие детали спрашиваю. Нет, никто Нет. не винит, но я-то кроме чувствую... самого себя. Да. Mm. Слушай, а с какими людьми тебе сложно взаимодействовать и общаться и работать? Какие характеристики у этих людей должны быть? не любознательные, не эрудированные, не эмпатичные, не мудрые. То есть не те, которыми, не те таланты, которыми ты уже обладаешь и хочешь их усиливать. Как будто получается обратная сторона. Мне очень грустно, когда я вижу, что человек не развился и не хочет развиться. И когда он говорит ну если прям совсем уж, то глупые вещи, mm. вот, которые могут еще и задеть, тогда я вообще бешусь. А что ты делаешь? Ты внутри бесишься или Внутри, что, внутри, внутри, внутри. Я бежусь? все скрываю. Я был, это очень плохо, но я не умею ссориться. Я накапливаю, 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 а потом не выплескиваю, и внутри mm -hmm. меня бурлят эти вулканы, к сожалению. Мне бы очень хотелось, чтобы у тебя получалось это. Это такое освобождение. У меня был, было буквально несколько случаев, когда я срывался, и ну вот, расскажу один из них с моей бывшей девушкой. Мы ссорились не так уж часто, но я всегда копил, 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 и я всегда в ссорах очень холодный. Я говорю... Рациональный. Да, рациональный. Я говорю, ну смотри, это нелогично. И давай, может быть, чуть позже обсудим, когда мы будем спокойны, а сейчас давай не будем. Или вот, вот ты произнесла эту фразу, но ну, это же неправда. А вот я произнес это, здесь я не прав. Ну, короче, это бесит ужасно, я знаю, со стороны. Но внутри при этом я ору просто страшно. Я помню, что однажды я вот, попытался применить рациональность, у меня не получилось, потому что это не работает, это ужасный метод, не делайте так. И я лег просто демонстративно читать книжку. Я сказал, я поговорю с тобой позже, когда ты успеешь. Я лег читать книжку, она ходила вокруг меня, продолжала что-то рассказывать, и это была книжка Шантарам. Она мне очень нравилась, мне было интересно ее читать. И вот я, сидя в дальней комнате, в определенный момент просто взял эту книжку и швырнул ее так, что она пролетела метров 20 через две комнаты и врезалась в потолок. Я вскочил, убежал в ванну, улегся в нее, в пустую, покричал секунд 20, потом сам испугался, вышел обратно и говорю, что... «Прости меня, пожалуйста, я не хотел так срываться и не хотел тебя пугать». А она очень грустно на меня посмотрела и сказала «Юра, э, я даже тебя довела, вот это я человек». И э, мне было и страшно и от ее ответа, и от себя, и все такое. Я, не, я, я хочу научиться ссориться, короче, вот oh. я так подытожу. Я, я похож на тебя в этом смысле. Мне не просто сложные эмоции выдавать вот так. Злость не просто выдавать. Давай так, я это злюсь, естественно, но не просто ее. Я переживаю, что как будто я этим могу сильно навредить. Помню, как, например, папа или мама ругали меня, и я видел, какой эффект это имеет на меня. И я теперь переживаю, что мне нельзя так делать с другими. Хотя те разы, когда мне удается больше энергии отдать, прям прозлиться попробовать, то лучше становится. Мне, yeah. мне становится легче. Uh -huh. А на той стороне человек думает: о, блин, нормальный человек. Надо срочно с кем-то поссориться. Mm -hmm. Кстати, а что ты вырядился, как пижон? Вот это вот. Классно, что платочек. Что нас часть людей видит, а часть не видит. Хороший платочек, не Как у тебя. То есть ты сегодня не в платочке, но у тебя их много. Да, у меня есть платочки. Есть я просто конец года, я, знаешь, как я себя в состоянии могу заводить, также одежды, в которой я нахожусь. И сегодня мне хотелось вот от такого состояния. Слушай, чтобы был, э, э, да, прости, пожалуйста. Чтобы, я был, чтобы был, не знаю, как бы, не было рубашки, но был пиджак. Если он на, на свитере, то тогда я достаточно внутри себя собран. А я просто устал очень в конце года, и мне надо было собраться не только внутри себя, но и внешними атрибутами. И это был мой способ как собраться. Вообще это удивительно, как одежда работает на то, каким ты становишься в ней. Вчера у меня был корпоратив на платформе в интернет-журнале, и я помню, что я вышел в ну, просто в одежде, а потом я открыл рабочий чатик и увидел, что там все пишут: мы нарядные, мы нарядные, вы нарядные, мы нарядные, и я вернулся домой и нарядился, и, и нарядился да, в, в жилетка, там рубашка и все такое. И, я и снова... в козырьке да. Я был в шляпе, кстати да. Я снова вышел, и я вышел другим человеком Как это вообще влияет Ты просто напявил на себя материю Плод там какашки шелкопряда Ты на себя надел, и ты другой человек Ничего, что я какашки шелкопряда Совершенно. произнес Мне я хочется да. еще несколько, несколько тем Которые мне важно с тобой обсудить Одна из них это ответственность Как ты знаешь, что ты ответственный человек? Я абсолютно безответственный человек ну, если бы ты был абсолютно безответственным человеком... Я бы не пришел. Mm -hmm. Но я опоздал на 7 минут, кстати. Думаю, это... давай так, что такое ответственный человек? Давай зайдем с этой стороны. Для тебя что такое ответственный человек? Наверное, это человек, который ставит э, интересы других людей, и то, что для них важно, э, и ваши договоренности, главное, на один уровень со своим внутренним. Uh -huh. Uh -huh. И тогда ты говоришь, что я безответственный я так не думаю, поэтому мне было интересно услышать, что такое... Ну, вот у меня вот сейчас я все мысли у меня в сторону работы, и там у меня бывает, да, что я в последнюю ночь сижу, чтобы дедлайн не нарушить. Наверное, это тоже ответственность, но безответственность в том плане, что я дотягиваю до последнего. А, у меня был показательный угу. случай, когда, по-моему, в августе ко мне пришли из то ли ВОК, то ли офисель, и сказали, Юр, хотим от тебя колонку, я говорю, какой дедлайн? Они говорят, ну, в этом году. То есть это в какой-то там февральский они Знают твой специфику. Да, и что же я сделал? 31 декабря я сел за этот текст. 31 декабря, то есть ты завтра сядешь за этот текст? Не-не, это, это было пару лет назад. Мегалки а были, ничего страшного, они слушно, в эфире. Да? Можно, да. Ну, да, это за мной. Вот, э -э да, ну то есть я ждал 4 месяца до того, как сесть за текст, который мне заказали 4 месяца назад. Мне бы хотелось, чтобы ты как-то полюбил свою эту часть и был с ней окей. Если, ну, видишь, мы со стороны тоже уже окей с этим, хотелось бы, чтобы тебе было с этим окей. Еще одна вещь хочу спросить тебя: а те, кто к тебе, по отношению к тебе себя ведут не так ответственно, что ты с ними делал? Как как тебе дается с ними быть? Прости, я вспомнил еще одну штуку про ответственность. Извини, пожалуйста, Давай. я вернусь. Однажды я очень себя зауважал. Это было в Харькове. Мы были там с моим другом на какой-то конференции, э, и мы страшно напились. Ну, потому что напиваться в другом городе это особая аура. Да. Вот, мы прошлись по всем барам на свете ну, Харькова. Э, и я помню, что на следующий день мне в 12 нужно было отправить текст. Это был очень жесткий дедлайн, я не мог его нарушать. Это был коммерческий заказ и все такое. Вот. И я проснулся по будильнику там как-то в 11.47 в абсолютном ужасе. Потому что, ну, я, я был экс-человек. Я был просто концентрированное похмелье, такой, концентрат похмелья. Вот, и я в ужасе открыл этот ноутбук, понимая, что ну, все пропало. А там был файл сверху было написано «Юра, это тебе». Или как-то так. И там был написанный текст. Потому что я пришел в 5 утра, пьяный в хлам. Я осознавал, что утром я не смогу написать, потому что я буду невменяемый абсолютно. И я написал текст в 5 утра. И подарил его сам себе. И да он был неплох. Что? Он был неплох. Здорово. Он, это было как раз про Новый год. Э -э -э это было про то, что какой-то корпоратив, и там и все празднуют, и какие-то чуть ли не стриптизерши, а потом кто-то в шутку говорит, уборщица, ты произнеси тост. И она произносит его какой-то про семью и все такое, и все разъезжаются по домам. Это была такая лиричная реклама очень. Вот, и я прям зауважал себя, что я сам себя пощадил и в 5 утра написал Помог текст. себе. Да. Тогда давай продолжим с ответственностью да. в другую сторону. Если кто-то по отношению к тебе что-то безответственное делать. Что, что с тобой происходит? Опять-таки, в первую очередь я думаю про работу, и, к сожалению, я не умею ругаться. Я не умею там, ну, по, наверное, плохое слово, наказывать людей за то, что У -у -у. они не выполнили то свои последствия обязанности. Последствия не наступают. А, ну, я могу по -по пожурить, еще У -у -у. раз выдам свой возраст, поныть, что ну, мы же договаривались, но я не умею, да, санкции какие-то и все такое. О деньгах тогда хочу спросить пару вещей. Как ты узнал, что тебе чего-то... Как, как ты узнал, что тебе достаточно денег? Как знание такое произошло? Эм, их, на самом деле, никогда не... Ну, то есть мне это достаточно, но вообще недостаточно. Там. Я не могу купить яхту, на которой я буду умирать на, на Карибах или в Юго-Восточной Азии. Но я помню момент, когда у меня очень резко выросли доходы. Я работал в издательском доме «Коммерсант». Я был выпускающим редактором, а потом меня вызвали в кабинет к главреду, гендиректору, и сказали, теперь ты начальник блока «Культура, политика, общество, спорт». Не делал блока. И замглавреда. И твоя зарплата вырастает три раза. Это был 13-й год, или 12 даже. И зарплата стала 3,5 тысячи долларов, что много. Для тех времен. Ну, и сейчас, наверное, тоже много. Вот. И я помню, что я просто не понимал, куда тратить это. Но я очень быстро нашел способы. Например, каждый день, когда я ходил пешком в редакцию, я жил относительно недалеко, каждый день я стал выпивать большой апельсиновый фреш по дороге. А, и как-то, в общем-то, и придумываешь, куда тратить даже очень большие uh -huh. деньги. Мы там все знаем про артистов или футболистов, которые зарабатывают колоссальные бабки. И нам вот отсюда, из нашего уровня достатка, кажется, что, ну, они же просто жиру бесят. Ну, как можно получать там, не знаю, 60 тысяч евро в месяц? Ну, вот куда ты их будешь девать? Но один из главных законов экономики – растут доходы, растут расходы. И ты просто понимаешь, что тебе не хватает на остров. И ты хочешь этот чертов остров. Вот как сейчас я там хочу яхту условно, так кто-то хочет себе остров. И никогда ты не будешь счастлив из-за денег. То есть ты, Юра, не будешь счастлив из-за денег? Не буду счастлив из-за денег. В случае, когда по каким-то причинам станет мало денег на какой-то период, ты знаешь, что делать, чтобы их зарабатывать. Мне страшен апокалипсис, потому что я буду абсолютно бессмысленным человеком. Я умею только рассказывать истории в разных форматах вот и все. Но с другой стороны, я вот сейчас вспомнил, что проводили исследования филиппинского племени Акта или Акта. Они в каменном веке еще живут, и у них исследовали как раз стори-теллинг умение рассказывать истории. И Им там раздавали жетоны, была особая методика. И выяснилось, что люди, которые лучше всего рассказывают историю в этом племени, живут классно. Они живут сами хорошо, они занимают высокое положение в этом каменном веке. И более того, они делают общество вокруг себя лучше. Вот те группы людей, которые вокруг лучших сторителлеров, они тоже живут лучше. И в нашем мире это абсолютно работает. Лучшие писатели, режиссеры, лучшие рассказчики истории у нас тоже живут классно. Вот, так что, может, и в каменном веке тоже протяну что-то, но не хотелось бы. Классный вообще поинт для завершения. Эта история с племенем и о том, что ты же это сторителлер, Живешь ты хорошо, вокруг тебя люди живут неплохо, похоже, и, и, и им рядом с тобой хорошо в том числе. Потому что что ты делаешь? Плачу им. Ты, ты отвлекаешь. От... Видишь, я спрятался опять, да? Мне я, было окей, неловко. Угу. Ты отвлекаешь Черт. нас от того сложного, что может происходить вокруг, через свои истории, через свой юмор в том числе. А это важно, это дорого стоит. То есть мы же как люди... Можем не знать, что делать там, не знаю, со своей тревогой, например, еще с чем-нибудь, а попадая в, в твое окружение или находясь в орбите, можно через юмор и отвлечение и твои истории можно, собственно, исправиться с тем, что у меня там внутри. того я думаю, что в, твои подкасты в том числе и набирают популярность и будут далее популярными. И мое предположение, что шоуменство твое. Ф, сейчас звучало негативно как раз. Uh, умение твое это, которое ты будешь дальше применять uh, в мета вселенных, во всех других способах, которые будут возникать, оно, наверное, и будет до конца жизни, потому что тебе важно рассказывать эти истории. Мне очень важно, я обожаю рассказывать истории, да, и спасибо, мне очень приятно. На этом uh, завершим. Давай. На этом завершим одну вещь, тебя спрошу: с кем из uh, своих знакомых ты хотел бы, чтобы я познакомился? Uh, в, в формате подкаста или в целом? В формате человек-человек. В целом, да. Ну, тогда, наверное, лучший друг Мирослав Крыш, я не знаю, может быть, вы знакомы, это владелец сквот 17 лучшего Один бара мы на Один раз с тобой знакомились с ним, но хотелось бы тогда глубже. Да, я уверен, что mm -hmm. вы понравитесь друг другу. У нас в гостях был Юра Марченко. Юра, спасибо тебе огромное. С Красиво Новым годом. Спасибо тебе. И вас, шановные аудио-то, видео-слухачи и глядачи, також уже с новым роком и звездом. До встречи.